Я к Макдональдсу отношусь очень плохо. Идеально сбалансированный бургер. Всем привет, друзья! Вы на канале «Вкусные истории». Первый выпуск в этом году. Я вас всех поздравляю с Рождеством и наступившим Новым годом. Сегодня Макдональдс, праздничное меню, точнее два праздничных бургера. Называются «Мэри Бургер» и «Фестив Бургер». Посредством голосования Макдональдс с огромным отрывом от всех кебабных вырвался вперед. Я к Макдональдсу отношусь очень плохо. Вы напишите в комментариях, как вы относитесь к Макдональдсу. Но в конце видео я вам расскажу, что в Макдональдсе реально стоит своих денег и очень вкусно можно брать. Ну, по моему мнению. Кстати, коробочки, как я смотрю, здесь обе одинаковые. Абсолютно никаких обозначений здесь нет. Поэтому сейчас будем угадывать. Салфетки. 4 штуки. Вот они, два бургера. Дорогущие капец. Каждый стоит 85 леев. Весят по 205 грамм. Каждый. Причем вес абсолютно одинаковый. Я проверил. С коробкой по 224 грамма весит каждый. Вот это фестив бургер. Это Мэри бургер. Я их по капусте различаю. Сначала хочу посмотреть поближе фестив бургер. Булочка мягчайшая. Что-что, но Макдональдс с булочками дружит хорошо. Вот этот разрез непонятный посередине. Открываем. Ох, это сочненько будет. Белокочанная капуста с морковкой. Соус похож на густой майонез. Сырок, котлетка. Под котлетой тоже белый соус. Сразу в нос бьет запах лука. Вот здесь крупные прям такие кусочки, ломтики лука. И как написано в описании, здесь должна быть не котлета, а прям кусок свинины. Так и написано, друзья. На разрезе мы видим здесь котлету, никакого куска свиньи здесь нет. Но я себе представляю кусок свиньи как минимум вот так, ну или хотя бы вот так. В ингредиентах еще есть картофельные хлопья. С Новым годом, друзья! Не думал, что я это скажу, но это очень сбалансированный бургер. Мягкая булочка, которая держит при этом форму, очень нежно кусается и жуется. Вкусный густой соус, которого вполне достаточно для полной сочности. И такой размер котлеты идеально вписан в эту булку. Мясо, кстати, действительно мясное, свинина, плотное. Было пару жилок маленьких, но по котлете вопросов нет. Но это нифига не кусок свинины. Вкусно, мало, дорого. Мэри бургер, друзья. Но вы поняли, Мэри Крисмас, Мэри бургер. Смотрим. О, здесь появились огурчики, соус также, white barbecue, белый барбекю, айсберг, здесь еще что-то сушеное, карамелизированный лук, ломтик сыра, котлетка, также больше булки, внизу ничего нет. Лето в Мэри Бургер на разрезе выглядит поинтересней. Более крупные куски мяса остались и даже видны волокна в некоторых местах. С Рождеством, друзья! Макдональдсовские маринованные огурцы невозможно спутать ни с чем. Этот вкус всегда узнаваем, и в этом бургере он очень явно преобладает. На удивление, котлета не из бумаги, а из мяса. Действительно мясная, вкусная котлета, качественная свинина, рубленная. Но это сухо. По сравнению с предыдущим фестив бургер, это очень сухо. Ну и что в итоге мы имеем, друзья? За 170 леев два небольших бургера. Вкусные бургеры, мясные бургеры. Но, какими вкусными бы они ни были, своих денег они не стоят. Как и обещал в начале, скажу вам, в Макдональдсе мой любимый бургер это Big Tasty. Он стоит также 85 леев, как один из этих, но там почти в два раза больше вес, 350 чем-то грамм он весит. Вкуснейший бургер, также мясной, хороший соус, сочный, крупный, но ты съедаешь тот бургер, ты наелся. Еще шейк, молочный шейк. Вот эти вот два продукта, которые в Макдональдсе можно с удовольствием приобрести и потом не пожалеть о потраченных деньгах. В общем, друзья, спасибо за просмотр. Вот такой вот сегодня обзорчик новогодних бургеров от Макдака. Всем хорошего года желаю, хорошего настроения, не болейте. Пока-пока.